Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Cities Skylines. Ну, вы, наверное, уже поняли, сами знаете, на что кликаете. И что ж, давайте сегодня продолжим. У нас вот такой вот городишко, то есть городишко у нас довольно большой. Как вы заметили, у нас не маленький город, совсем большой город. Мы начинали, как говорится, с низов, самых-самых таких низов. То есть начинали мы отсюда, потом мы выросли вот в такой вот город. Ну, не город, а такой райончик, это у нас бизнес-центр. Дальше у нас пошли вот такие вот райончики здесь. Там у нас этот чирпер, как его там что-то говорит. Потом, что у нас произошло? У нас даже появилась башня, которая, ну не башня, а центр, который отправляет в космос ракеты. То есть космодром, это очень круто. То же самое здесь могу сказать, что это другие районы. И все у нас, как говорится, модернизируется, все у нас растут, все здания почти что, если так подумать, или даже не подумать, они уже почти что на максимальном уровне. Да, мне интересно вот эти вот здания, как они будут выглядеть, когда все будет на максимум. То есть, когда они будут иметь такой апгрейд, что больше некуда. Ну что ж, так как мы на прошлой серии здесь что-то делали, на позапрошлой серии мы здесь пытались что-то сделать, и у нас очень хорошо получилось. Все более-менее симметрично, работает все как часы, пробок пока что вроде бы нет, хотя здесь и очень много жителей. Как вы заметили, здесь у нас не пробки, кстати, здесь у нас места для парковок. Я не знал, но эта вот улица, вот такая вот, типа, не классическая вроде улица, но все-таки не совсем, потому что у меня их очень мало. Такая вот улица имеет места для парковки. Это, я считаю, шикарно. Для такого города это очень важно. Что ж, и мы продолжим наш район, мы продолжим наш, даже не район, это будет другой район, в этой вот части. Смотрите, здесь у нас есть высокие дома, да, здесь высотки. А вот с этой его стороны у нас будут низкие дома. Совсем низкие. То есть маленькие-маленькие частные дома, как примерно сейчас я вам покажу, как примерно вот здесь. И посмотрим, что из этого выйдет. Если мне что-то не понравится, я всегда это могу изменить. Кстати, мне интересно, здесь то же самое, когда у нас будет апгрейд полный, как они будут выглядеть. Сейчас они выглядят... Да вот таким вот образом, такой же район у нас будет там, но будет намного круче. Сейчас вы поймете почему. Потому что, давайте я вам сразу же покажу. Потому что я хочу, блин, какой же у нас большой город, большущий прям. Потому что я хочу здесь, в центре, здесь у нас ФБР работает, да. А здесь у нас в центре будет вот такая вот штука. Сейчас я ее найду сначала. Вот, смотрите. Пирамид, так, давайте на паузу поставим игру. Пирамидный сад. Пирамидальный сад построен таким образом, чтобы его растения получали максимум солнечного света. На каждой из его террас множество свободного места для различных представителей флоры. Популярное место отдыха горожан. Это очень круто, плюс к этому он выглядит довольно... Кстати, выглядит довольно хорошо, но, блин, он здесь не встанет, значит, нам нужно... Здесь какую-то дорогу замутить, и будет все прекрасно. Ух ты, елки-палки, у нас прилив, как говорится, в город. 766 человек за неделю. Это очень круто, то есть люди все приходят, приходят и приходят. Что ж, я придумал, что сделать вот с этими вот уличками, улицами. Сейчас мы их быстренько модернизируем, обязательно. И будет у нас все хорошо, потому что очень много лишнего места. И сейчас эти вот лишние места у нас быстренько пропадут, прямо моментально. Сейчас я вам покажу, как это делается. Делается это вот таким вот нехитрым способом. Вот как-то вот задевать, не задевать. Нет, не будем задевать эту вот часть. Вот таким вот образом. Главные дороги у нас будут вот эти. Вот эта вот дорога. Вот эта вот дорога и все. Ну и эти, конечно. А эти у нас будут второстепенными, поэтому я могу себе позволить в этих вот местах, друзья, в этих вот местах, да, могу себе позволить вот такую вот роскошь. Но здесь я сделал кое-что неправильно. Я должен удалить эту часть. И мы... Давай, да я не хочу до конца, блин. Затягивать не хочу, а можно как-то поменьше, через Ctrl может, через Alt может, нет, через Shift может, нет, не хочет, но окей, но это много будет, много, большое пространство я оставляю. Пусть будет, значит, так, значит, будет оно вот так вот. Дальше, здесь то же самое, раз у нас здесь уже образовался вот такой вот перекресток, блин, сколько здесь светофоров, надо будет их повыбирать. Раз уже образовался у нас такой вот перекресток, значит, мы его продлим, как нам нужно. Вот
таким вот образом, а отсюда пойдут, если не ошибаюсь, вот такая вот дорога. Шикарно вроде бы, а? То есть все выходит у нас по планам. Да, все пространство заполнено, но вот с этой стороны, значит, уже нужно что-то менять. То есть это вот надо удалить и поменять, потому что это уже никуда не годится. Я вот это вот полностью все удалю и сделаем то же самое в этом вот месте. Ну, не знаю, как-то получится у нас то же самое или нет, но, блин, уже как будет. Уже как будет, друзья мои. Уже как есть, так оно и есть. Так, вижу ошибочку. Меняем, ломаем. Ломаем и делаем чуть ниже. Нет, это уже слишком низко. Это совсем низко, не то, вообще не пойдет. Пусть будет, короче, так. Ну, не всегда получается, совсем не всегда получается полностью симметричные штуки, но более-менее здесь получилось. Что ж. Давайте сделаем здесь кое-что. Как вы помните, у нас здесь магазины находятся, вот это вот, да, это вот ряд магазинов. Здесь у нас находятся только магазины. Они очень шумные, поэтому я их огородил вот такой вот дорогой. Сейчас вам покажу на шум. Как это влияет на шум? Секундочку. Сейчас, посмотрите, вот. Вот это вот шум только от магазинов. Поэтому в этой части у нас находятся бизнес-центры. Покажу вам сейчас, вот, Solution Incorporation и так далее. А здесь у нас магазинчик, дисконтный магазин, бла-бла-бла, магазин всякая всячина и что там еще у нас есть. А здесь вот такие вот бизнес-центры, которые, по сути, вроде бы никакого вреда не дают жителям и, в общем, как бы городу. Такс, все. Дальше. Дальше у нас будут люди жить. Вот здесь у нас будет низкая плотность, да? Жилая зона низкой плотности. Что я хотел здесь еще сделать? Я хотел здесь сделать новый район. Полностью новый. Сейчас мы его замутим. Секундочку. Это вот надо удалить. Вот как-то вот так вот нужно удалять. Потому что ниже у нас находится один район, а здесь сверху у нас будет другой район. И создаем полностью, полностью новый район. Вот так вот, совсем с другими правилами. Здесь будут свои правила, и люди будут жить по своим правилам. Сейчас я вам объясню, что да как бы вы это, может быть, уже видели, но надо сделать это обязательно. Наверное, вот так вот. Это обязательно нужно будет вот так вот замутить. Отлично. Новый райончик. Сейчас мы про район еще поговорим. Вернемся к этому моменту. А теперь я хочу сделать пирамидальный сад. Что для этого нужно? Для этого нам нужно маленькая улочка нужна, улица малюсенькая. Так, сейчас скажу, где она будет. Она будет прям вот здесь. Даже не знаю, асфальтированная или нет, блин, без понятий. Двухполосная гравийная. Гравий нам не нужен. Давайте пусть будет, наверное, вот так вот. Пусть будет вот так. Отсюда у нас идет вот такая вот хрень. Вот так вот. Секунду. Ну, что поделаешь, иначе он не встанет тут. Вообще никак мы его сюда не запихнем. И это большущая проблемка. И мне кажется, он даже сейчас даже не встанет здесь. Нет, не хочет. Блин, ну как же тебя сюда, блин, запихнуть-то, а? Как же тебя сюда запихнуть? А ну-ка давайте улочки эти вот. Короче, я могу сделать их еще короче. Секунду. Вот как-то вот прямо отсюда. Ну, давай, дай мне ровную дорогу. Ровную. Не хочет. Так, давайте сделаем тогда вот так. Вот ради интереса. Ну, давай. Соединяйся, блин. Блин, ё-моё, что, у нас не получится это сделать, да? Ну, это то же самое, что я делал уже. А если все-таки поменьше сделать улицу? Сейчас, секунду, сделаем вот такую вот. Будет ли она меньше или... Кстати, будет. Она будет меньше. Туда-сюда ее сделать нельзя. Гравий. Сюда тоже гравий. Потом это дело удаляется. Этого дела даже удаляется. Ой, сельская местность, короче. Поперло, короче. Сельская местность, блин. Давайте. Блин, не встает.
нельзя здесь поставить. Окей, тогда придется что-то решить. Или мы меняем здание, но я бы не хотел здесь такие высотки делать. Тут вообще ничего не влезает. Слишком здоровые такие здания, а? Не, ну это совсем маленькое. Я понимаю, что это маленький такой, малюсенький небоскребик. Но он сюда не влезает. Даже это не влезает. Так, здесь придется что-то придумать. Но это я придумаю, не знаю даже как. Надо будет немножко напрячься. Хорошо, продолжим дальше. Что по району? Я сделал здесь райончик, и мы ему дадим какие-то условия. Условия у нас сдаются вот здесь. Что здесь в этом районе будет? Будет в этом районе у нас... Люди будут заниматься экономией. Экономией энергии. Уже стоит. Дальше. Экономия воды. Будут экономить воду. Установка датчиков дыма будет. Это стоит мне денег. Лично мне это будет стоить очень много денег. А запрет домашних животных нет. Переработка отходов будет. Будет у нас цивильный город, цивильный райончик. Запрет курения. Нельзя, по идее. Парки, оздоровительные зоны пусть будут. Читайте на паузе, кому интересно. Я это уже прочитал. Вашим паркам и скверам будет завидовать вся страна. Бла-бла-бла и так далее. Так, поддержка образования. Да, кстати, фиг его знает, нужно ли нам образование здесь или нет. Пока что нет. Легализация наркотиков не надо. Бесплатный общественный транспорт. Да нифига. Переработка пластика пусть будет. Налогообложение, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это не надо, пока что не надо. Если что, потом. Повышение налогов для коммерческих зон. Снижение налогов для... Ну, это не знаю, пока что будет так. Дальше, поддержка малого бизнеса не нужно. Поддержать крупный бизнес. Да фиг поймешь, блин. Давайте, пусть будет и то. Планирование промышленных зон мне это не надо. Высокотехнологичные дома пусть будет. Запрет высоких зданий. Это очень важно, я сейчас это ставлю. Запрет грузового транспорта нужно. Запрет на ДВС нужно. Электромобили. В этом районе будут кататься только электромобили. У всех будут электромобили. Фильтрация промышленных отходов. Так, промышленным зданиям придется фильтровать отходы. Производство снижает тем самым уровень загрязнения. Хорошо, хорошо, пусть будет. У нас очень чистый район без высоких зданий будет здесь. Так, с этим надо будет разобраться. Что-то мы здесь придумаем. Что дальше? Сюда запускаем, даем возможность и разрешение на постройку жилых районов, низкой плотности. Давайте мы запустим игру прямо. Сейчас у нас игра была до сих пор на паузе. А теперь все, теперь паузу сняли. Текс. Что у нас здесь будет? Здесь у нас будет вот так вот, здесь у нас будет вот так вот, Короче, все это вот надо заполнить. А здесь будут жить люди. Обыкновенные люди, человеки. Вот так, вот так. Но низкая плотность. Совсем уж низкая плотность. Здесь я еще не сделал, но я сейчас вам объясню почему. Даже я уберу сейчас. Здесь тоже Не-не, ставим. Пусть люди строятся. Да, я вижу, уже люди начали строить. Видите, да? Построечки уже пошли. Кстати, какое-то странное здание здесь у нас. Почему у нас вроде должны быть технологические такие высокотехнологические дома? Хм, странно. Very strange. Давай, делай дальше. Убирай всю эту вот хрень, я хочу на это посмотреть. Так, у человека есть гараж. Кстати, насчет игры от первого лица. Это очень круто. Будем это практиковать. Будем. Я найду хороший мод и попробуем поиграть здесь от первого лица. Ехать по этим вот дорогам, ездить. Там, может быть, каким-то персонажем поуправлять. Как я помню, здесь любого персонажа можно даже назвать по имени. Меняешь имя, и все. И он будет... У него будет свое имя. Как бы, не знаю, имя подписчика там, имя там, разные имена можно поставить. И будут персонажи именные, так сказать. А, что я здесь хотел сделать? Здесь у нас будут тоже бизнес-центры, не магазины, а именно бизнес-центры. И это я сделаю прямо сейчас, прямо сделаем вот так, вот так. Хочу еще кое-что здесь убрать. Это вот убрать. И объясню, почему и как это у меня будет работать. Так как здесь у нас будет или пирамида, или хрен пойми что... У нас, нам нужны по кругу, я хочу здесь по кругу, знаете почему? Сейчас я вам покажу. По кругу бизнес-центр, чтобы люди там не жили. А почему люди не должны жить там? Сейчас я вам объясню. Не должны они жить там, потому что вокруг этой вот той же пирамиды, или любое другое там, допустим, здание высотное, или мало ли. У нее есть радиус красный, вы видите, да, красный радиус. Красный радиус это, ну, такой
слабенький красный радиус, это шум. То есть вокруг этого здания будет шум, довольно такой серьезный шум. Сейчас я вам его покажу. А, не покажу, потому что здесь и так шумно, по идее. Да, из-за магазинов, не покажу. Поэтому, там, где шум, у меня люди жить не будут. Желательно, чтобы они как бы там не жили. Я не знаю, наверное, так желательно. Поэтому какой-то там маленький радиус. У меня будут сначала по кругу идти офисные здания. Вот такие вот, вот типа вот такие вот по кругу. Офисы там, их как бы не тревожит шум, поэтому не будем мучить наших жителей. И здесь у нас будут офисные здания, а вот отсюда вот уже начнется уже нормальная жизнь нормальных, так сказать, людей. То есть ни офисов, ни всего этого говнеца. Так, здесь у нас где примерно будет? Здесь у нас будет вот такой вот радиус тоже офисами. Все закрыто, вот так вот офисы. Ай-яй-яй, текст, это много, мне кажется. Это тоже много, сделаем вот так. Здесь даже сделаю вот таким вот образом офисы. Ну, так, не знаю, кто-то здесь будет строиться или нет, вряд ли, конечно. Но мало ли, кто же знает, кто здесь у нас будет строиться. Давайте это на паузу все-таки сделаю, потому что что-то долго. Все буду выбирать, короче. Ну, более-менее сделал, короче, вот таким вот образом. Здесь вроде бы как не должны строиться жители обычные. Если мне не понравится, как это будет снесено, и все поменяю на жилые площади, вот такие вот. А дальше будем строить обычные, обыкновенненькие, совсем обыкновенненькие вот такие вот зоны для людей. Пусть люди живут и, как говорится, радуются. Здесь то же самое, пусть живут, короче, растут дети, короче, учатся в школе. Правда, нам как бы в школах, то есть, правда, нам это не надо. Объясню, как бы, почему не надо. Я это объясню обязательно, чтобы вы все понимали. Смотрите, здесь какой домишко. Малюсенький такой, малюсенький, ёкаламане, блин. Как здесь можно жить вообще? Охренеть. Сикамор резиденс. Нихера себе у него сосед, блин. Смотрите, здесь такой вот маленький-маленький малюсенький домишко, а здесь вот такой вот здоровенный домецки. Офигеть, вот такие вот у нас нюансики. Люди живут как могут, и на что есть, есть деньги. Живут, нет денег, не живут. Так, дальше у нас, как говорится, лучше. Делаем вот такие вот дела, вот такие вот вещи. Вещи вот такие вот делаем. И как я буду считать, ровненько ли это или нет. Но ровненько мы это найдем, просто середину здесь. Золотую середину найдем. Золотую. Совсем золотую. Вот такую вот серединку мы найдем. И будем сейчас вот этой вот середины, мне кажется, строить, нет? Вот как-то вот так, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Вот таким вот образом. Образом будем строить. Текст. Чуть как-то... А, ну у нас неровно, само собой, потому что здесь у нас земля... Дорога эта вот идет намного дальше, поэтому здесь ровности такой и симметричности мы и не добьемся. Никаким образом, вообще ни при каких условиях у нас это не получится, друзья, к сожалению. К величайшему. К сожалению, так что делаем все так, как, ну, как говорится, из чего есть, из того и делаем. А дальше, здесь я хочу кое-что замутить. Это значит у нас будет... Это значит будет у нас... Это будет. Сейчас покажу, как будет. Нет, так оно не будет. Вот примерно вот так вот будет. Что ли? Фиг его знает. Хрен его знает, будет ли где-то здесь кто-то строится. Вот в два квадрата здесь поместится дом. Не знаю. Вот чего не знаю, того не знаю. Но я делаю. Делаю так, как... Можно, значит, можно. Ну, раз можно, значит... Значит, будем строиться. Ни хера себе у нас тут рисунки, блин, как будто иероглифы какие-то китайские, реально на китайском. Здесь то же самое, дороги, как у нас тут снизу сделано. Как-то вот так вот, наверное. Да? Или да? Да или да? Кто скажет? Ровно? Или нифига не ровно? Надеюсь, что ровно. Ну, более-менее, друзья, совсем более-менее. Вот так вот.
Ой, как же у нас тут сложненько попадать как нужно. Очень сложно все это вот делать и совсем нелегко. Даже по идее дизайна вот этих вот дорог нелегко их делать. Даже придумывать их нелегко. Поверьте, как говорится, моему опыту. Не, что-то там я, короче, сделал неправильно. Значит, надо будет переделать. Значит, я это дело... переделаю. Что поделаешь? Вот это вот мы сейчас переделаем. Неважно, что мы снизу сделали. Здесь главное, чтобы было все прекрасно. Прекрасно у нас будет... как-то вот так вот, наверное. Чуть даже выше. Вот. Чуть даже выше. Еще выше надо было. Да, еще выше надо было оставлять. Сейчас будет. Че, вот так что ли? Да. Вот так вот. Ровненько. Иероглифы, иероглифы. Дело в том, почему я это делаю. Потому что нужно заполнить все места пустые. Если здесь уже пустые места будут, здесь, ну, по идее, никто... строиться не будет. Значит, у нас здесь будут деревья. Посадим много-много деревьев. И все. И все будет прикольно, шикарно и превосходно. Вот дома. Человек построил первый домик, один домик прямо у дороги. А другой человек такой же домик сказал: а что, мне нужна вот такая вот территория маленькая спереди, да? Типа, да, не знаю, чтобы подальше от шума, от пыли. И, ну, по идее, по сути, как бы тот же дом, но другая планировка. Хорошо. Что дальше? Люди строятся, люди к нам приезжают, у них все прикольно, все превосходно. Что он... ага, по районам, давайте мы здесь то же самое дадим возможность и дадим добро на построечку. Вот так. Никакие бизнес-центры здесь уже не будут, здесь будут жить люди. Обыкновенные люди, как мы с вами. Вот так вот. Кстати, напоминаю, друзья, кому игрулька нравится, не забываем поставить палец вверх. Лайк здесь прям обязателен. И мне кажется, для такого большого района нужны еще магазины, но уже с другой стороны. Магазинчики и бизнес-центр то же самое. С той стороны у нас будет бизнес-центр. Вот так вот, магазины. Опять же, интересно, будут ли там строить люди магазины на одном квадрате. Друзья, я прям посмотрю, прямо если дойдем до этого, кто будет строить магазин на одном квадрате. Как говорится, квадрате. Там, наверное, метров 10 на 10. Это мало, это очень мало. А здесь бизнес-центр. Чтобы, ну, шум немножко закрывать. Чтобы здесь люди, обыкновенные люди, не жили. А вот этого дела, вот этого дела я уберу. Вот этого дела мы убираем. Этого дела тоже убираем. Вот так. И здесь пусть будет. Магазинчики пусть будут здесь. И здесь опять же бизнес центр. Все. С распределением зон мы вроде бы закончили. А, вроде бы как, да? Вот не знаю, здесь магазины делать или нет. Что-то много их будет, мне кажется. Пока что там ничего делать не буду. Посмотрим, что у нас дальше пойдет и как оно сработает. Это очень важно. Смотрите, такая маленькая улочка, да? Улица такая маленькая, малюсенькая, узенькая. Но она исходит из такого вот большого перекрестка. Прикольно. Да, с планировкой у нас все отлично. Но мне кажется, все-таки светофор надо будет убрать. Давайте займемся светофорами, а потом вот займемся вот этой вот штукой. Вот этой вот штукой. Кстати, ракета у нас следующая готова или нет? Еще не готова, прикиньте, следующая ракета еще как бы не готова. Для подготовки там... ага, строительство ракеты, они еще строят эту вот ракету. Офигеть-то, а? Метро... ну, людей тут как бы не должно быть, по идее. Очень мало должно быть, да? Сейчас посмотрим. Не видно сейчас, окей. А, так как здесь, ну, никто ничего не делает. Они только строят ракету. Блин, ну всем надо сюда. Надо бы что-то здесь опять же придумать. Вроде бы круг есть, как бы круг главный. У нас такой круг кривой. Самое главное, что он функционабельный. То есть он работает по всем правилам. Одно движение и везде главное. Текс. Переезжаем сюда. Секунду. Чего вы тут построились, если у вас энергии нет? Вопрос. Чего вы так погнали тут с постройками? Ну, дайте вам засуну вот этот вот вентилятор. Вентилятор. Вот так вот. Отлично. Он даст энергии немножко. И отсюда люди начнут опять же строиться. Блин, что мне здесь придумать? Что на... а, я уже игру на паузу поставил.
Когда я отсюда уже ухожу, я ставлю игру на паузу, потому что я уже замечал, как только мы что-то там, где-то что-то там посмотрели, проглядели, что-то нам, погодите, недостаточно образованных. В смысле? У нас что-то школы нет, что ли? Обычная школа же должна быть. Хотя бы школа обычная. А, пожарная служба, так, секунду, что я делаю? Так, с книжечка. Да, у нас тут вообще нифига нет. У нас вообще нихера нет, даже... Даже школ нет, ё-моё. Да здесь у нас бизнес-центр, да? Бизнес. Офисы, здания, офисные здания. Так, нормально. Также здесь очень защищен. Эта вот часть района защищена от шума. Здесь магазины, здесь офисы. И только потом идут жилые здания. Это очень важно. Хм, не такой уж большой шум делает этот, вот это вот у нас ФБР здание. Ай, так, ну это мы еще проверим. Так, мне нужна здесь школа, хотя бы одна школа, обыкновенная. Высшая школа не нужна пока что, хотя нужна, вижу, людям уже. Университет, так, с универ нам пока не нужен. Будет, значит, у нас школа. Одна, наверное, маленькая. Начальная школа, куда мне тебя запихнуть? Вижу, здесь никто нифига не строится. Давайте мы это уберем. Переместим куда-нибудь временно. Сюда вот, на эту вот гору. Пусть будет там. Здесь у нас что будет? Школа. Где-то будешь ты у нас. Да вот, хоть вот так вот. Нет, давайте все-таки ближе. Далеко очень, кстати, очень далеко. Где круг нельзя. Ну, вместо бизнес-центра, что поделаешь. Тут будет школа. Одна школа, отлично, люди радуются, это шикарно. Университет ставить здесь не буду. Высшую школу могу поставить. Высшую школу будет прямо напротив. Радиус большой охватывает. Терпимый. Высшая школа. Смотрите, как у нас... погоди. Начальная. Той же налево, блин. Ёк-каламене, сколько я же за нее потратил? Где цена? А, 10 тысяч. Да, вообще ерунда. Я ее перемещать не буду, я ее просто удалю. Мне она не нужна. Да, постройку удалить. Мне нужна сейчас высшая. Вот она, высшая школа. Будет опять же здесь. Напротив, вот так вот. Выглядит вот таким вот образом начальная школа. Вот так вот, да? Посмотрим на нее. Вот такая вот начальная школа. Люди там ходят, идут, что-то там делают. И так вот выглядит высшая школа. High school. Ну да. Что ж, погнали. Будут вам, как говорится, люди начитанные. Ну, этому вот универмагу. Здесь люди, вижу, очень-очень хорошо. Им все понравилось. Все начали... О, новый... Погоди, а что у нас такие дома, блин? Линч резиденс. У нас здесь... низкая плотность, вот такая вот, да, здесь мы построили низкую плотность. Но такая же хрень, то есть такая же низкая плотность домов у нас и здесь, по идее. Почему здесь одинаковые все? Ага, я понял. Потому что здесь у нас зеленый городок. Понятно. Сейчас скажу, я забыл, как это называется. А это у нас, как это сказать-то? Сейчас скажу. Это у нас будет социальная, деловые. Вот. Нет, коммерческие. Не то. Специализация жилых. Вот. Это у нас вот здесь, вот где я сейчас нахожусь. Это автономные дома. Автономные дома сами перерабатывают собственные отходы и сами же получают энергию от солнечных батарей или других бла-бла-бла. Потребление электричества снижается на 30%. Количество мусора снижается на 30%. Поступление налогов снижено на 30%. Не, налоги как бы они платят меньше на 30%. Поэтому это нехорошо. Но окей, у нас уже такой район и есть. Значит, такой же район делать как бы... Сейчас мне нет смысла. Поэтому пусть уже люди здесь строятся, ну, так, вот так вот, да. Тут слишком здоровые дороги, чтобы строить такие маленькие низкие дома, так что я мог и здесь засунуть вот такую вот специализацию зон, да, вот такую вот, типа автономные дома, но у нас здесь обычные, обыкновенные дома.
И, кстати, вариации их как бы намного такая круче. Здесь много разных домов. Крутые, хорошие, плохие, офигенно каменные, короче. Вообще хибарки какие-то есть. Короче, разные, реально тут можно есть, наверное, на что посмотреть. Все, вроде бы здесь мы все построили, само уже это вот дело зависит не от нас, а пусть уже люди сами строятся, это уже как бы они должны делать сами, как я понимаю, что-то еще можно тут понатыкать, сделать, чтобы было красиво, но опять же, проблемка остается, что мне делать там внутри, проблема не маленькая, совсем не маленькая, вообще не маленькая. Как мне сюда засунуть эту гребаную пирамиду? Да. Ух ты, 700 человек у нас. 700 человек в плюсе. Блин, это же охренеть. 111 человек у нас в этом... 111 тысяч человек в нашем городе живут. А целью этой игры является 75 тысяч человек. То есть мегалополис. Тут написано мегалополис. Потому что мне кто-то поправил, сказал, что это не так, блин. Мегалополис или мегалополис. Хер его знает, как оно читается. Если что, пишите, поправляйте меня в комментах. Я читаю, посмотрим. Можно сюда вот тыкнуть. Мегаполис есть на 60 тысяч. Да, мегаполис. И есть у нас мегалополис или мегалополис, короче. Но дальше уже ничего не тыкается. То есть дальше мы ничего строить не можем. Достижения, бла-бла, это мы знаем. Есть, кстати, вот и достижения, которых... А я еще не все сделал. То есть много чего я тут не наделал. Новый Эдем построить. Но это монументы. Монумент, опять же, требует немало ресурсов и немало всего. Блин, ну что мне делать? Аж тут... Мне интересно, что все электрокары, да? Электромобиль Эдисон. Электромобиль Edison 5. Это у нас Edison Z. Это у нас Edison 5. Что, такие крутые автомобили? Электрокары. Но выглядят довольно по-обычному. Загрязнение здесь будет офигенное. Я хочу посмотреть, что у нас по цене земли. Ценность земли. Херовая ценность. Почему вот здесь? Что здесь построено такого крутого? Ну, здесь понятно, как бы, много чего есть, допустим. А что здесь построено крутого, что здесь ценность земли больше. Да, и здесь больше, и здесь больше. Что у вас здесь есть? Ничего, просто дома. Почему-то ценность земли здесь... Че? Здание жилой зоны емкости, семей 0 из 3. Почему здесь нет людей? Не понял. Чего не понравилось? Построили дом, уехали. Как же так, блин? Людей мало. Ну, ничего, приедут. Надо тут еще остановочки сделать. Блин, как здесь придумать? У кого есть идейка? Как сюда запихнуть? Потому что по кругу он не ставится. Я могу вот так вот поставить. Где-нибудь могу? Нет? Ну, удалить пару дорог, походу, можно будет. И его засунуть вот эту вот хрень. Ну, типа таким образом. Нужна дорога просто. А здесь как это сделать? Здесь. Как это замутить? Фиг его знает. Хер его знает. Сейчас на паузе кое-что придумаю. Не придумаю, а попробую. Ну что могу сказать, переделал, очень жестко переделал я этот круг. Охренеть, как жестко я его сделал побольше. И сейчас, по идее, по сути, все должно влезть. Но я уверен, что здесь сейчас уже проблем, он очень большой сейчас, но проблем не должно быть вообще. То есть, берем нашу... маленькую пирамидку, и она будет очень маленькая даже здесь. Она влезет прям как миленькая. Поэтому не будем париться. Сейчас я сделаю здесь хорошую такую прямую, так сказать, дорожку. И будет у нас все шикарно. Вот такая вот у нас дорога будет. Давайте вот так вот сделаем. С деревьями, с деревьями. Вот как-то вот, наверное, вот так вот. И она должна, по идее, влезть. То есть дорога этого должна быть достаточной, чтобы построить... пирамиду. Да, 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 да. Как я и говорил, плюс-минус пирамида будет у нас посередине. Хотя можно было, чтобы она была вообще как бы посередине. Хотя почему? Сзади есть дома, спереди есть дома. Пойдет вроде бы. Вроде бы пойдет. А если вот так вот сделать, если смотреть вот с этого вот ракурса. Будет она посередине или нет? Ну, не очень, не очень. Значит, кое-что сейчас переделаю. Сделаем вот. Так, вот, короче, сделаю очень короткой вот эту вот тропиночку, вот так.
Вот сейчас, наверное, должно быть нормально. То есть сейчас эта пирамида должна встать как миленькая, прям посередине. Если с этой стороны посмотреть. Сейчас найду. Найду сейчас чуть-чуть подальше хочу. Вот как-то вот так вот хочу. Ну что, сейчас получше. Довольно, довольно хорошо. Все, пирамидка у нас встанет прямо на свое зачетное место. Вот так вот. Середина, середина. Вуаля. Друзья, давайте посмотрим, как же эта пирамида выглядит на самом деле. Блин, неплохо так, вообще неплохо. Давайте посмотрим вот так вот. Очень... Ё-моё, какая же она здоровая все-таки. Не маленькая, совсем не маленькая. Там даже есть даже вход такой крутой, да? С холлом, все зеленое, все цветает тут у нас. Блин, очень-очень такая зеленая. Тут как будто сетка, да. Здесь у нас как будто сетка вот такая вот. А что внутри? А внутри здание, да? А внутри здание. Ну что, нормально. Нормально, неплохо так замутили эту пирамиду. Что она дает, я не знаю, но, наверное, как бы жителям это дело понравится. Здесь надо будет еще украсить немножко, чтобы было еще все круче. И теперь давайте я сделаю здесь вот эти вот... Дело здесь внутри бизнес-центры или нет? Давайте я их сделаю, а потом уже посмотрим. Да, я сначала их запущу. Вот здесь вот, да, бизнес-центры вот эти вот. А потом посмотрим, понравится ли это людям. Ну не то, что понравится, как будет ли это красиво или не будет. Нет, ребят, не-не-не, бизнес-центры у нас здесь не будут. Здесь у нас будут деревья и всякие украшения. Давайте я уберу. Прикиньте, кстати, даже в этих вот одноквадратных местах, одноквадратные, ребята, одноквадратные, у нас умудрились построить магазин. На одном квадрате, охренеть, аутлет. Ё-моё, вот у нас и одноквадратные магазины, здесь у нас двухквадратные, твою уж налево. Ни хрена себе магазины, блин, везде понапихают и находят места везде их засунуть, и чтобы они еще работали, то есть им даже чуть не ли покупатели не нужны, и у них все работает. Токс, вот так вот. Что ж, мне нравится. Пока что все отлично, все шикарно. Здесь немножко электричества сейчас нет, но это дело поправимо, как вы знаете, да? У нас построятся вот здесь вот люди, вот здесь построятся, вот здесь. И с этого вот места или где-то вот оттуда вот, допустим, протянется электричество само собой, как бы сама по себе. Сами-сами по себе провода, ну не провода, а такие невидимые такие провода. И будет у нас электричество везде. Ну, я могу считать, что этот район готов, полностью готов. Нужно уже подождать и посмотреть, что же здесь будет в дальнейшем. Нам здесь нужны полицейские участки, кстати. Нам здесь все это вот дело понадобится в обязательном порядке. Так, крематорий есть, поликлиника одна есть, пожарное депо есть, полицейский участок есть. Кстати, все есть в этом районе. Офигенно, но все есть. Правда, вот эта вот штука, вот эти вот дела, да, отвечают и за этот район. Я надеюсь, что они справляются. Надеюсь. Если нет, мы добавим. Короче, как я вам и говорил, здесь у нас электричество протянулось. Давайте посмотрим. Хоп. Да. Да-да-да-да-да. Смотрите, вот этих вот зданий у нас есть энергия. И вот в этом вот здании, то есть в этом, в этой пирамиде. Офигительно. Офигительно. Район у нас шикарный, шикарный, шикарный. Ну, можно было бы сделать еще с высокими домами. Там высотки, там типа как в этом вот месте. Здесь тоже очень хороший район, мне он очень нравится. Я очень доволен им, очень. Пробок здесь нифига нет. А грузовые машины здесь не едут, не ездят и не едут, и не будут. Потому что есть запрет. Здание ФБР отвечает за безопасность и так далее. А все живут мирно. Всем все нравится. Три такие вот улочки здесь, три вот здесь. Высокие такие дома. Автономные, кстати. Здесь у нас не автономные, но тоже неплохо. Это у нас магазин. Не магазин, а бизнес какой-то центр, бизнес здание, офисы. Смотрите, прикольно выглядит. О, даже лейбл у них есть. Нифига себе, давайте поближе. The Law, Accounting. Окей. Круто, чувствую здесь. Слышу. Электромобили. Это куда-то поехал катафалк. Это плохо, но уже что поделаешь, бывает. Друзья, на этом, думаю, можно закончить. Будем улучшать вот эти вот места. Вот это вот буду
делать, что было красивее. То есть будем все это вот модернизировать, то есть дизайн, как-то мы это поменяем, дизайник здесь. К сожалению, здесь не встал этот ФБР здание, не стало как надо, не по центру. Может быть, как-то поменяю, посмотрим. А здесь у нас все отлично. Вообще пирамидка у нас стоит прям по центру. Так что будем улучшать, может быть, на следующей серии вот этот вот район, чтобы было красивее. Деревья тут понаставим, потому что у нас уже 40-я минута записи пошла. Я не знаю, много, долго, это очень долго. Но такова судьба. Таким образом у нас делаются игры и геймплей на нашем канале. А в этих вот местах надо будет понатыкать деревьев намного больше, чтобы здесь у нас было все зеленое, короче. Зеленое-зеленое. Кустики и всякая вот такая вот хрень. Что ж, на этом все. Ребятки, ставим пальчики вверх, если вам понравилось. Если вы хотите продолжение данной игры и данной тематики, ставим также лайки. Ну, а с вами был Кентавр, как всегда. Всем удачи и всем пока. О, туристы. Круто. Да. Парковки даже есть. Нормально.